Подростки устроили пожар и хотели сбежать. Инцидент произошел в городе Магнитогорск на улице Зеленый Лог. На поле с сухой травой несколько школьников играли с огнем. Но в какой-то момент пламя вышло из-под контроля, и все вспыхнуло. Дети хотели убежать, но их догнали очевидцы, заставили дождаться пожарных и отчитали за такие опасные развлечения. Дождетесь пожарных, они потушат, шлангом вот так тебя по жопе сотрут и попробуют. Прибывшие на место огнеборцы потушили огонь. Повезло, что никто не пострадал.